Говорят, звуки музыки лечат. Сейчас группа Just Time готовится к своему главному празднику. В конце апреля весь мир отметит Международный день джаза. Для музыкантов это время отчета перед собой. Как продвинулись за год и что почерпнули для себя. На репетиции скидок нет. Солистка Елена Троян не в концертном платье, но с полной отдачей исполняет культовую джазовую композицию. Весенние месяцы для Just Time – жаркая пора. Группа в этом году впервые выступит на благотворительном вечере. И Владимир Киндинов думает даже немного сменить репертуар. Разбавить джазовые ноты белогривыми лошадками. Ведь концерт пройдет в пользу двух маленьких сахалинцев. Собранные средства пойдут на лечение детей. Детей мы любим, у каждого в жизни. Дети, у меня есть и внуки. Вот поэтому... Хочется, чтобы дети наши все были здоровы, вот, были счастливы, но не всегда, к сожалению, так бывает. И тем, кому сейчас трудно, мы всегда будем рады помочь. Благотворительный вечер пройдет при поддержке фонда «Реальная помощь», где давно планировали организовать концерт «Неформат», чтобы прежде всего отдохнуть душой и насладиться джазовой музыкой. В Москве и Петербурге такие мероприятия имеют популярность. Валерия Ким, одна из юных героинь вечера, сейчас находится на лечении в Израиле. После ее ждет непростой период реабилитации. Ребенок действительно очень тяжелый, с тяжелым заболеванием. Здесь активную пропаганду и сбор средств ведут непосредственно родственники, близкие, друзья, знакомые этой семьи, в том числе и мы. И уже многие компании помогли, откликнулись. Люди откликаются, постоянно звонят, спрашивают, переводят средства. За что всем, конечно, огромное спасибо. Благотворительный вечер пройдет в столице 28 мая. А до этого сахалинский джаз-бенд можно будет услышать в Чехов-центре 30 апреля, Международный день джаза.